Неделя парижских дефиле женского прет-а-порте открылась. Весна – лучшее время, когда можно посмотреть на то, что предложат модельеры носить будущей осенью. Коллекция дома Dries Van Noten подтвердила имевшуюся тенденцию. Узкие брюки медленно, но верно исчезают из гардероба. Сегодня этот предмет одежды становится не просто широким, а объемным. У брюк появляется даже шлейф. Еще один тренд – стиль сафари, когда-то зарезервированный исключительно за летними месяцами, вторгся и в осенне-зимний сезон. Дом Гей-Ля-Рош, который был возрожден и традициям которого нашлось место на сегодняшнем подиуме, показал коллекцию, подготовленную нынешним художественным директором марки Адамом Андрашиком. Он подготовил свое первое дефиле, которое оказалось ярким и разнообразным по набору силуэтов, но сдержанным в цветовой гамме. Ее Андрашик предпочел ограничить основными цветами, обильно используя сочетание черного и белого. Кристин Фунг делает свои первые шаги в моде. Два года назад она стала лауреатом премии Национальной ассоциации развития ремесел. Кристин предпочитает черный цвет всем остальным, в том числе и в его сочетаниях с перламутром. А вторым популярным трендом стало использование плиссе и гофре, которое придавало флёр ретро коллекции молодой стилистки.